Вот тоже оползень. Слабенький пигматит. Ну, вот самый камень для меня вот этот интересный, этот. Видите? Такой вот червячок здесь. Все ж таки это пигматит. А здесь слюдка какая-то. А здесь мытна, не видно, что. Сверху откуда-то скинула. Ну, чтобы вам знать, вот пигматит, он рассыпается со временем. Зима-лето, влага. Вот. Вот это вот осколки. Ну, крошка, вернее, пигматитовая. Вот от этого. Будем греть. Вот. Возможно, где-то здесь жилка. Да, пигматит здесь. Жилка пигматитовая. Ну вот точно шерл. Бабки, не ходи. Вот тоже. Ну, подобную на другом карьере я видел. Там еще берил встречался. Север это я о той говорю. Саша. Перл сидит. Вот это пигматитовая жила с шерлом. И следа не знаю какая, но не фиолетовая. Лучше бы фиолетовый лепидолит был. Но все равно так покопаться. Интересно. Самое интересное, конечно, вот в этой жилке. Там, где слюдка с шерлом. И шпат нормальный. Вот видите, вот шпат хороший. Такой беленький. Блоком. Здесь вот тоже вот шпат и шерл. Вот из этих вот зон, которые я вижу. Вот это вообще окраина жилы уже, тут ничего нет, никакого пигматита. Самое интересное должно быть все равно вот здесь вот. О, забегали. Жила, конечно, непрочная она. Он разваливаться этим она интересна с одной стороны, что не нужно много усилий прилагать. А с другой стороны и образцы такие хлипкие. Вот шерл, а рядом с ним, где я пальцем показываю, похоже, что берил.
Шпатик, шпатик. Ну, вот здесь вот, может, кварц, может, берил, не вижу я в этих очках. Заберем дома, посмотрим. То есть вот здесь вот мало, вероятно. Хотя в сибирячке на окраине как раз турмалин хороший попался. А здесь вот что-то вот. Здесь надо смотреть. Тоже шерл с кварчиком с каким-то. Посмотрим, когда отмоем. До того тут наверчено, что он и пятнышками, и червячками, и головастиками, и какими только нет. Фигура. Уголек сейчас достанем. Ну вот еще один кусочек берила. Разваливается все. Разваливается. Шерла, шерла, шерла. Ну, вот здесь вот рядом с ним что-то светленькое. А вот тоже вот берильчик сидит. Солнце яркое, не вижу. Показывает, не показывает. Ну, в общем, берил здесь, поверьте на слово. Вот в таком скоплении. Я-то думал, а тут... Ну, ладно. Хреновенький. Так, а вот он, наверное. Вот он, вот он. Вот он прямо. Ой. О. Прямо в шерле сидит. Да. Вот эта пигматитовая жилка. Вот здесь вот. Вот сюда вот она сваливается. А может, другая веточка здесь идет. Может быть, свита каких-то небольших. И вот там повыше беленькая, наверное, пигматитовая.